что задержан. Выложил видео в соцсеть, как по ТЦ с гранатой иду. Для чего это делал? Для привлечения просто к себе внимания на свою страничку. Граната была страйкбольная. Использовать никак не планировал, просто на пару секунд засветил видео и все. Граната не настоящая, заказал на страйкбольном сайте. Никому не рекомендую заниматься таким хайпом. И думайте перед своим контентом, что вы собираетесь вкладывать над своими поступками. Приношу свои извинения.